Избирательные участки «Готовность номер один» в местах для голосования оборудуют кабинками, наносят специальную разметку для социальной дистанции. Все для того, чтобы выборы прошли безопасно. В Бендерах в день выборов откроют 31 избирательный участок. Выборы 2020. Не только максимально прозрачные, но и максимально безопасные. Все продумано до мелочей. На входе в избирательный участок будут сидеть волонтеры. Измерят температуру, выдадут маски и перчатки. Так что главное, не забудьте паспорт. На 25-м участке последние приготовления. Рулеткой отмеряют социальную дистанцию. Это правило одно из главных в день выборов. И для сотрудников избиркомов, и для голосующих. Будет стоять стул, садится избиратель. Сам открывает свой паспорт и показывает работнику комиссии. Избиратель опускает на секунду маску и снова закрывает лицо. Зарегистрировались, получили бюллетени. Дальше следуем к кабинкам для голосования. Здесь тоже все безопасно. Кабины в этом году не закрываются с лицевой стороны. И когда избиратель заходит в кабину, все, кто наблюдает за выборами, видят, что человек там работает. Но что он делает и кого отмечает, это остается тайной. 29 ноября в Бендерах откроют 31 избирательный участок. На каждом установят рециркулятор для очистки воздуха. Плюс дезинфекция поверхностей. Маску и перчатки выдадут на входе. Есть рециркулятор, который по графику включается. Составлен график обработки полов. Каждые 2 часа полы моются, вытираются столы, вытираются авторучки, которые в руках избирателей, выдаются перчатки. Все уже в комплекте есть. До единого голосования меньше недели. В воскресенье выбираем депутатов в Верховный и местный советы и глав сел.